Добрый день. Сегодня хочу вместе с вами ответить на вопрос, как правильно, творог или творог? Где ставить ударение в этом слове? Почему у меня возникла такая проблема? Потому что я всегда говорю творог, а моя мама все время поправляет и говорит, говори правильно, творог. Вот. Что же в интернете пишут на эту тему, что, дескать, с точки зрения вот русского языка, с точки зрения специализированных словарей, правильным вариантом является именно творог. Но есть также и варианты, в том числе в словаре Даля был предложен вариант творог. Вот. И в современной речи многие говорят именно творог. Как говорить вам, да? Здесь я рекомендую прислушиваться вот к внутреннему голосу и говорить так, как говорится, как вам удобно. Вот, как удобно окружающим вас людям. Ведь что такое культура? Культура – это социально значимый опыт. Выживают те общества, в которых вот эта вот культура, да, позволяет им наиболее эффективно развиваться. Да, и, соответственно, если все тратили бы свое время на то, чтобы все время думали о том, как они правильно там или неправильно произносят, сидели бы там в интернете и выясняли, тратили бы кучу времени на этот непринципиальный вопрос, то за это время они что-то не сделали полезное. Поэтому говорите так, как вам удобно. Вот. Главное, чтобы это было удобно вам и удобно, и не доставляло дискомфорт окружающим вам людям. Вот, то есть, если вы считаете, что там вот правильно ставить ударение так, а все остальные неправильно считают этот вариант неправильным, то это приведет к каким-то конфликтам. Поэтому здесь нужно вот такой соблюдать разумный баланс и не идти против себя и, например, говорить там творог и с чувством такого удовлетворения, что ты говоришь исконно правильно, все так как на тебя обращают внимание, о, какой там выделывается, да? Поэтому пишите в комментариях ваше мнение по данному вопросу, но я бы вот рекомендовал вам говорить творог. Мне кажется, так проще. Спасибо большое за внимание.